Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск, посвященный Панаме, а точнее атлантической стороне Панамы, до прохождения Панамского канала со стороны Атлантики в Тихий океан. Мы стоим сейчас на карантине в Линтон-Бэй, поэтому давайте я вам сейчас расскажу о том, что такое Панама, немножечко истории Панамы и, собственно, о нашем карантине, о том, что мы делаем и как наши проходят будни. Что, друзья, теперь давайте я вам расскажу немножечко, собственно, о Панаме, которая находится вот здесь, между Северной Америкой и Южной Америкой. То есть вот на этом перешейке находится Панама-Сити и Панамский канал. Но давайте об этом немножечко детальнее. Итак, площадь Панамы 78 200 квадратных километров, что делает Панаму 116-й страной в мире по ее размеру. Теперь население 4 250 000 человек по статистике 2020 года. Большинство людей являются католиками, 85%, что около 20% протестантами, и остальные религии, вот, в общем, не считаются. Короче, Латинская Америка. Язык в Панаме испанский, французским языком владеют 18% населения, английским 14%. Большинство населения Панамы владеет двумя и более иностранными языками. Если с севера, там, США, с Аляски можно проехать через все штаты и доехать до Панамы, то и от Ушуаи можно доехать прямо до севера, то вот эта часть, которая юг Панамы и север Колумбии, совершенно не покрыта дорогами, здесь непроходимые джунгли, и переехать можно только отсюда, сюда, паромом. Наземного транспорта нет, и власти не хотят решать этот вопрос. Это связано с наркотрафиком из Колумбии. Они хотят, чтобы это было сложно, и не позволяют сделать это простым решением. Страной управляет президент, то есть это республика с президентской формой правления. Законодательный орган 71 депутат, который выбирается на срок до 5 лет. Панама расположена в центральной части, это Центральная Америка, с севера Коста-Рика, с юга Колумбия. В 1513 году Васко Ньюнес де Бальбоа, первый европеец, который перешел перешеек с Атлантического океана на Тихий, и первый европеец, который увидел Пасифик. Поэтому валюта Панамы Бальбоа названа в честь Васко Ньюнеса де Бальбоа. И курс американского доллара к панамскому бальбоа 1:1. В 1879 году французская фирма начала строительство канала, и обанкротились они в 1889 году. И только в 1914 году правительством США был достроен канал. Это было во времена правления Джорджа Вашингтона. С того момента Панама принадлежала, Панамский канал был под управлением Соединенных Штатов Америки, а так как в середине 20 века Панаму разрывали военные перевороты просто на куски, то в 89 году США начали военную операцию против Панамы и установили свой президент, и установили своего или проамериканского президента во главе Панамы. Насколько мне рассказали местные жители, сейчас Панама платит 25% от прибыли Панамского канала в бюджет Соединенных Штатов Америки. Ну вот, наверное, все то, что касается истории Панамы. А теперь давайте посмотрим то, чем мы здесь занимаемся. У нас утро, и пришло время завтракать. Кому ты пишешь? Своей первой учительнице по английскому. Где ты ее нашла? В Инстаграме. Вообще что-то невероятное. Да. Это мой самый любимый педагог, один из самых главных учителей в жизни, который научил меня английскому. Клёво. И всему. И учить литературу, и читать литературу. Ты в школе учила английский? Да, в школе учила английский. Это невероятная учительница, которая
просто самая была мощная тогда, и мне крайне... Обижала тебя? Обижала? Я слезы лила, но была в восторге и в счастье. Но грызла гранит? Да, да. Это один из тех невероятных педагогов, Валентина Васильевна. Просто one love. Такс, а тут у нас жареный салат оливье. Это мое, ничего. Нет, не подсматривай, не забирай энергию из моей еды. Ну ладно, я сейчас покажу свою. Вот мой жареный оливье. Но это еще не все. У нас здесь есть колбаска. Потом у нас есть тут буженинка. Вот там вот ракеты уходят в море. Но мы отвлеклись, не об этом речь. И у нас есть вот такие самодельные булочки, куча всяких джемов. Ну, джемы я не ем, а вот все остальное я с удовольствием ем. Кстати, чтобы вы понимали, йогурты вверх ногами. Вот это вот так вот они стоят. Верхушка уже, я не знаю, кто это придумал, но это был абсолютно не гениальный человек. Это же кошмар. То есть вам нужно в тонкое горлышко выковыривать оттуда йогурт. Ну куда что? Александр делся? А я не знаю, он где-то, наверное, в каюте спрятан. Ждал завтрака. Саша! Выходи, сова, медведь пришел. Выманиваем. Приятного аппетита. Приятно. Наш фуд-трак. И мы идем все туда шопиться. Привез нам овощей, фруктов и что-то в холодильнике. Тут же народ сбежался, мы вовремя пришли. Сейчас нам достанется все самое свеженькое. Смотрим, что там. Что у нас в пакете? Hello. 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 Супер. Яйца, мы так их ждали. У нас закончились яйца. А тут все свежее, красивое. Давай, да. Выключай. Овощи мы. Сережа готов. Вот это то, что мы отобрали. Нам сейчас надо это все засчитать. Тут движуха, движуха. Мы налетели и все успели взять, что хотели. Самый первый, да. Зелень, кстати, по одной штучке была. Ну вот, хорошо, что успели. Ну, возьмем еще. Понятно, мы просто странные. Сережа готов. Вот это то, что мы отобрали. Нам сейчас надо это все засчитать. Тут движуха, движуха. Так, первое, бананы. Короче, мы жутко довольны, у нас куча всего, мы вовремя пришли, первые. Ну что? Три дня на три, да? И мясо, и овощи, все очень круто. Сложно сказать, насколько, но... Мука есть, яйца есть, мы даже можем лепешки сами сделать. У нас много всего, очень вкусного, неожиданного, зеленого, и мне кажется, многие, и много врагов мы себе нажили. Потому что мы скупили все там. Мы скупили все, они стояли, обсуждали, что там всего было по чуть-чуть, а мы нахапали, короче. Блин, да? Да. Кто первый стал того этапки. Подожди, ну а как вот один пучок базилика, его как поделить? Там тетечка другая тоже урвала и базилик, и Morning Glory целые пакованы. Я очень люблю Morning Glory, но он нам не достался, Аня нам в следующий раз надо. Вот этим клиентам стоило. Ты забрала у них все остальное. Ну да, потому что там надо было клювом не щелкать вообще ни минуты. Как только открылись три двери... Жалко, что креветочки это. Да, причем меня даже... Я как бы встала в очередь за немцами, они там что-то выбирали чуть-чуть, там два огурчика, две этих капусты зеленые, брокколи. И они вроде начали отходить, место освободилось, очевидно, что я там стою. И тетенька местная такая, она немножко загоревшая. Она такая раз,
в эту свободную щель, я бы сказала. И давай пакет. Я так же, я там помидоры выбирала, меня дамочка другая такая тоже хотела выбирать самые красные помидоры, но самые красные помидоры должны быть мои. В общем, я думаю, что они все теперь поняли, что надо быть активнее, раньше, быстрее, как мы. Поэтому у нас два пакета аж за $70 прекрасных. Еще вот больше здесь, еще вот у меня тут. Не только овощи, тут еще белок. Рыба и курица. Да, я хочу посмотреть, как там гадко. Уф, прямо аж выходить не хочется. Вот дырочку я. Ага. Мерзость. Как неприятно. Пару минут назад у нас отключился весь интернет, и мы думали, что начали ругаться, что блин, что это такое, почему он отключился. Но ничего, сейчас у нас отключилось и электричество. Так что что, включилось, запустилось, да? О, опять запустилось. То есть у нас очень легко определить, у нас тут кондиционеры, и вот оно когда работает, электричество есть, а потом и все. Видимо, гроза проходит. А может быть, знаешь что? Может быть, молния одна лупит и тушит, а вторая лупит и зажигает. Ну что, эта жуткая туча прошла. Но посмотрите, небо сейчас все затянуто. И вот там вот идет еще один такой фронт. То есть он, грубо говоря, проходит вот здесь. То есть хорошо, что вот эту часть он не сильно цепляет, потому что здесь есть холмики. И все-таки немножечко вся погода уходит в сторону. Но когда идет что-то действительно большое, ему по барабану, оно просто валит. Интернета у нас по-прежнему нет, ну и электричество, которое запустилось, мы посмотрели, оно упало до 132 вольт, мы решили отключиться полностью от берегового питания на всякий случай. Вот ребята рыбу ловят. У них такая большая сетка, он ее сейчас красиво так будет бросать, прямо сейчас найдет, где эта рыба. О, куча рыбок маленьких. На них, так я понимаю, для наживок, да, наверное, ловят вот таких. Горе случилось. У нас перестал работать ледогенератор. Но, внимание, я его разобрал. Побил его немножечко. И этот холодильник, похоже, начал что-то там делать. Короче, я не знаю, как это пока работает. Блин. Но без льда нам вообще никак нельзя. Вообще никак нельзя. Слушайте, выглядит, как будто вы готовите какой-то вкусный напиток. Ты знаешь, вот я каждый раз, когда открываю ром... Со льдом вышел такой. Вот я каждый раз, когда вот это делаю, вот так. Вот так. Вот у меня, знаешь, какое ощущение? Да, понимаю. Знаешь, какое? Ну, я не на лодке, я на яхте. Ананасы, которые никто не жрет. Фу, гадость, уже заели. У тебя ананасы уже вот где стоят. Но нам сейчас подогнали ром. А только что, кстати, приехал такой чувачок, рыбак, и сказал, что за $12 он нам продаст одну бутею абуэлы. Абуэло, кстати, это дедушка, абуэла это бабушка. А, так вот, вот это вот дедушкин ром, вот так у них по их версии выглядит дедушка, такой колонизаторский, ну ладно, Панама же все-таки американская страна. Кстати, валюта доллар. Валюта доллар, кстати, и у них же бальбоа, местная валюта, она один к одному, один американский доллар, один доллар панамский. Вот, короче, очень удобно считать. Очень удобно считать, и вот сейчас мы будем пить вот этот вкусный напиток. Конка-кока-кола. Ну, давай, ляй уже. Да не пей его, ляй. Пахнет очень приятно. Дедушкой. Но мы там дедушкой. Меня чуть больше. Я люблю некрепкие. Изя.
Вот, вы понимаете, как удобно, когда на лодке есть ледогенератор, на яхте есть ледогенератор. Я уже много раз эту шутку шутил по поводу того, что лодка становится яхтой, когда на нее покупают ледогенератор, и вот этот момент таки настал. Да, еще у нас есть для страждущих вино с пакетика. Молоко. Молоко. Да, оно, они его почему-то красного цвета делают, не знаю почему. Красное молоко. Угу. Написано молоко, а из-под коров Кабарне Савиньон. Ну, а как же еще? Коровы же не могут давать. Ой, в лед, класс. Смотри, как лучше. Ну, я так понимаю, что это вино прекрасное с пакета можно пить только со стаканов. Не с бокалов. Думаю, да. Не с бокалов. Хотя, не, надо сказать, кстати, вот я... Оно нормальное вино? Вполне. Нормальный столовняк, абсолютно нейтрального вкуса, без всяких сивушных привкусов и того прочего. Очень прилично. Крепленное карбидом? Возможно, не исключено. Прошу вас. Спасибо. Все, друзья, у нас вечер начинается. Попробуй ты первый. Ответы ты из моего кубка. Да, да, да. Слушай, у нас тут погода говно. А мне такая нравится. А тебе нравится, когда вот эта вот перхоть капает на голову? Нет, перхоть не нравится, но зато очень не жарко. Зато идешь, вот как-то не жарко, я в рубашке иду команды. Но зато с короткими ногами. А-ля шартаны. Короче, мы сейчас идем заказывать еду. Здесь местный ресторан. Только вы не пугайтесь, то, как он выглядит. Еда, кстати, очень качественная. У дядечки было... Где у него? Во Флориде? Во Флориде, ресторанов. Да, во Флориде. 4 ресторана у него было. Короче, делает просто офигенную еду, несмотря на то, как это все выглядит. Выглядит странно, и когда первый раз мы туда пришли, мы немножко так это, ну, как бы это помягче сказать, удивились, вот. Были впечатлены. Да-да, но когда он вынес еду, она оказалась реально крутой. Ну вот сейчас посмотрим, что нам приготовит. Ну, причем, вот дядечка странный, то есть у него все это настроение. Вот он первый раз нам приготовил шикарную еду. Рыбка, Red Snapper, была прямо вот она таяла во рту. И он еще делает бургеры из мяса, которое коптит сам. То есть он берет тонкое мясо, его коптит, и потом это мясо использует в бутербродах. Получается шикарно. То есть когда хорошо, получается хорошо, а когда плохо, поэтому никаких гарантий. В следующий раз мы пришли туда же. Что вы думаете? Никаких гарантий. Да, все же ожидали, что будет так же круто, как в прошлый раз, а получилось, ну, прямо говно. Пришлось есть сухари. Но зато в другие разы он реабилитировался. Короче, идем сейчас и будем это пробовать. Вот, короче, мы сейчас заказываем, вот, наверное, какой-то чизбургер. Бургер-бургер! И что, мы заказали два рома? Да, мы сказали, что ром не с собой. Ром не с собой. Короче, вот... круто выглядит. Да, а вот есть еще санитайзер. Хочешь, можем бухнуть? Ну да, 70 градусов. Нормально, может размешать его с колой? Вы видите, как жидкость, такое ощущение, что это просто спирт. А это вот так вот, ты когда такая штука у тебя, вот на здесь голову ставишь. И поехал. Спецсигналы. Да, а про карточки здесь никто ничего не знает. Все карточки, которые здесь принимают, только визитные карточки, из прошлой жизни. И то так, чтобы просто было понятно, с кем связаться. Да, 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 да. Только кэш. А вот наша синесера? Синесера. По-испански синесера – это пепельница. Ну что, давай. Рон Конкок, por favor, сеньор. Да. Он делает... О, господи. Ну, он такой делает ром, уверенный. Чтобы угандониться. Да-да-да-да. Мы, кстати, делаем раза два слабее. Да. А вот, кстати, можно купить выгоревший DVD, например. Меня зовут Хан. Нормально, видел название? Mi nombre es Хан. Это, я думаю, какая-то локализация. Меня зовут. Зовите меня папа. Да. Ну что, давай пристрастимся к алкоголю. Саша, ты куришь? Да, папа. Папа кон пескадо. Папа — это картошка вообще. Можно заниматься вечером. А вот вечером можно заниматься этим. Молодой человек, а можно попкорна у вас еще попросить? Пару больших попкорнов. Я вам сейчас свет зажгу. Глаза выезд. У нас здесь проектор. Да, Диночка? Сегодня у нас такой репертуар. Страшненький.
Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш очередной выпуск. Завтра то число, когда у нас заканчивается карантин в Панаме, и перезвонили из Марины, сказали, что сегодня они уже получили бумажечку, которая говорит о том, что мы совершенно свободны и можем дальше заниматься оформлением, но об этом мы уже будем вам рассказывать позже. А теперь мы поснимали немножечко с дрона Линтон Бэй, и я предлагаю вам включить музычку и насладиться красивыми видами с дрона. А на этом выпуск наш подошел к концу, поэтому, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, проверьте обязательно подписку, проверьте обязательно колокольчик и жду от вас комментов, буду рад общению. До скорых встреч, пока!